Ульфхильд. Тебе здесь чего? Я хочу говорить с Лугасом Синим. Слышал? Он хочет говорить с Лугасом. А может, и Фрей трахнуть тебе хочется, а, приблуда? Лугас меня ждет, веди. Верно. Пойдем. Чё? Я что-то не понял. Ну, постой здесь, подумай. Баба, потом залезу в бочку, обсыпал себя солью и говорил, что он... Ты знаешь, когда на моем дракаре последний раз были люди с большой земли? Не знаю. Когда я вез пленников из Велена на невольничий рынок в Назаире. Говори, зачем приперся? Твой отец решил, что тебе пригодится помощь ведьмака, а я перед ним в долгу, поэтому... Говорил я ему, чтобы он не вмешивался, что я сам справлюсь. Может, и не справишься. Пещера снов — место вроде небезопасное. Смертельно опасное, потому я туда и иду. Ладно, пусть так. А то старик опять разворчится. Я уже собирался выходить. Ты готов? Что ждет нас в этой пещере снов? Это зависит только от нас, потому что... А, позже объясню. Можем отправляться. Это далеко? Не, на полет камня. Соберем только остальных ребят и пойдем. Посмотрим, сколько правды в легендах. Это лучшие воины моей дружины, Геральт. Они пойдут с нами. Йорлуфа прозванного Росомахой, ты уже знаешь. Здоров. А это Уве Молчун. Почему Уве такой тихий? Потому что у него нет языка. А что случилось? Он лизнул железку на морозе? Он отрезал себе язык за то, что пьяным поносил короля Брана. Потерял голос, но сохранил честь. Интересные у вас обычаи. Прежде чем отправимся, скажите, наконец, что-нибудь про эту пещеру. Хоть пойму, с чем буду сражаться. Это можешь знать только ты. Старцы говорят, что в пещере снов нужно сразиться с тем, чего больше всего боишься. С тем, из-за чего ночью просыпаешься с криком. С чем-то, что уже было, будет или может случиться. Интересно, чего может бояться убийца-чудовищ? Ну, довольно болтовни. Мечи наголо. Вперед! Чего на дракеров я не боюсь. Понятия не имею. Не черт-бар. Все не да. Потому что черт красивый и даже крах. Тотем! Все верно. Теперь нужно съесть эти травы. Это еще зачем? Чтобы идти дальше, туда, где начинаются кошмары. Так гласит легенда. Так и сделаем. Что это за травы? Так, погоди, что там этот друид говорил? Болиголов, маг, сонная одурь и это, как ее, ну, белина. О-о-о! Так нас ждет неплохой забег. Ладно, давай. Вот, Увы, Йорлу, лопайте. До последнего зернышка. Я вот никакой разницы не чувствую. А ты, Увы? Если ты спрашиваешь у немого... Значит, все-таки чувствуешь. Ну, пойдем. Пора сразиться со страхом.
Видите? Этого Финвала. Наверху. Большой он для Финвала. Это синий кит. Синий кит? С такой тупой мордой? Что-то на тебя нашло после этих трав. Бран? Это невозможно. Я вижу, вы утомились в бою. Садитесь со мной. Выпейте меду, расскажите о своих приключениях. Благодарим тебя, король. Мы... Я не буду с тобой пить, старик. И не буду называть тебя королем. Сойди с трона, пока еще можешь сделать это своими силами. Уве, ты говоришь? Я только... Ты снова меня оскорбил, Уве Молчун. В первый раз я позволил тебе самому себя покарать и сохранить честь. А теперь ты умрешь, как Трелл, а твои останки я скормлю угрям. Слушайте, люди! Жалкое зрелище.
Я знаю этот дракон. Знаешь, это же лодка твоего отца. Лодка, которую ты разбила с скалы, заслушавшись нашим пением. Я перебью вас! Перебью, морские шлюхи! Попытайся, а жизни ты ему все равно не вернешь. Ты сам убил его. Сын убил отца. Сейчас мы с тобой потанцуем. Йорлух, это был несчастный случай. Альтинг снял с тебя обвинение. Но он не снял грузы с моей души. Пойдем отсюда. Убьешь одно чудище, лезет следующее. Это и есть кошмар ведьмака? Нет, это повседневность. Тишина, покой. Подозрительно. Это должно быть мой сон. Я не боюсь ничего. Делал штаны, когда молния ударила в дерево около дома. Мне было 3 года. Я уже 100 раз показал, что... Наделал штаны перед всей деревней. Такой стыд, сын Ярла. Надо было тебя выгнать. Ты только видение. Призрак. Призрак твоего отца, которого ты боишься, потому что знаешь, что в подмётки ему не годишься, что ты его разочаровал. Я лучший воин, чем он когда-либо был. Докажи это, засранец! Thank you.
Давай, Геральт! Ты выплатил свой долг. Ты свободен. Ты скажешь отцу, с чем тебе пришлось сразиться в пещере снов? Конечно. Ведь я же его не боюсь, а? Это была честь сражаться рядом с тобой. Будь здоров, Геральт.